Друзья, всем привет! Итак, годовой отчет по тем приманкам, которые отработали у меня в 2021 году, в основном на реке Ахтуба. То есть это полный отчет за год, за все мои поездки. Их было, по-моему, порядка 3 или 4 штук. Апрель, июнь, июль. Да, и у нас было в конце октября тоже поездка. 4 поездки было. 4 поездки. И, соответственно, где-то фильмов, наверное, 7-8, наверное, где-то было. Вот. Так что, кому интересно, подписывайтесь на канал и можете пролистать, именно посмотреть, как ловили, на что ловили, непосредственно уже как бы в самих видео. А данный отчет, это будет такой коротенький, скажем, отчет по, наверное, самым любимым моим приманкам, которые меня, скажем, удивили, порадовали, скажем так, порадовали. Ну, какие-то удивили. Вот. Итак, друзья мои, троллинг в один спиннинг, мои, скажем, любимые приманки за 2021 год. Небольшое отступление. Многие спрашивают по поводу того: Илья, покажи обзор, сделай обзор коробок, сделай, значит, обзор сумок, там, я не знаю, ящиков и тому подобное, в которых ты перевозишь, хранишь, там, я не знаю, с которыми ты ловишь, значит, с этими коробками, ящиками, там, сумками и тому подобное. Сделай обзор. Возможно, за зиму сделаю, что-то покажу. Вот. Сейчас могу показать вот вкратце, скажем, наверное, мои основные, скажем, такие сумки, коробки, ящики, которые я использую на сегодняшний день. Быстренько так пробежимся и все. Ну, итак, это строительные коробки изначально, да, которые вот многие видели. Чем они удобны? Они удобны тем, что в них влазит очень много. Неудобны тем, что цепляется все тройниками. Начинаем вынимать, и вот они все начинают цепляться. Крайне это неудобно, но удобно для тех, у кого, значит, кому нужно разместить крайне много разных приманок, и, значит, их нужно с собой взять. Вот здесь у меня коробка собрана по, скажем, по приманкам, рабочая глубина, скажем, которых, ну, от 2 метров, ну, до 5, скажем так, до 4 метров. То есть совсем маленькие микрушные воблеры, которые нас, кстати, выручили в озере, на озере Всеволк. Фильм тоже можете посмотреть. Вот. Какие-то такие стандартные 4-метровые приманки. Вот, кстати, новинка от Герман. Ну, Большат, скажем так, реплика на Большат, кстати, сделана качественно, тоже система дальнего заброса, можно использовать воблер заброс. Вот, какие-то совсем, то есть, да, можно сказать, и бросковые, и можно и троллингом использовать на мелике. Это юзуревская приманка, очень известная, там многие ловят и, по-моему, на северных реках такой приманкой, и на мелководье ловится неплохо судак ночной, ну, и щука, соответственно. Ну, многим известный юзурю он бил. Ну, вот приманки от частного мастера Алексея, то есть отморозок так называемые. Я не знаю, правильно их называю или нет, но вот несколько штук, скажем так, у меня в коллекции есть, приобрел. Ну, опять же, это реплика под лукбил. Ну, неважно, короче. Вот эти все приманки, это, говорю, все приманки рабочие, они ловят на определенных глубинах. О них я расскажу попозже. Это, грубо, сделаю обзор по 3-4 метрам. Здесь тоже маленькая коробочка. Она отлично помещается в сумку. Сейчас покажу, в какую. Здесь вообще такие микрушные воблера, на самом деле это бросковая тема, но их можно, они все отлично держат струю, их можно использовать при троллинговой ловле. Значит, вот такой танцор маленький, микрушный. Кстати, приманка очень хорошая. Потом юзуревские кренки, очень отлично ловят и белого хищника, и судака, и щуку. Вот эти приманки вообще просто рекомендую. Это... Вот это особенно зеленая, она просто сделала мне рыбалку. Сейчас я сфокусирую, чтобы вы могли как бы записать, что ли. Ну, короче, сейчас сфокусируется, нет, попробую. Вот. Короче, это Hardcore Shad 60 SP.
Приманка превосходно летит, ей отлично, в принципе, ловить заброс. И я на Океи отлично ловил окуней, тех же самых таких довольно-таки добротных, трофейных. И данная приманка ловит и, в принципе, и судака, и жереха, только надо цвет подобрать, да, щуку неплохо ловит в заброс. И также, говорю, я ее ловил на озере Всевуг. Это, наверное, самая лучшая приманка вот именно этого цвета, которая отработала по мелику. Троллингом мы ходили по мелководью. Вот два цвета тоже интересные. Так, ну что еще? Кстати, вот, по-моему, новинка. Это, по-моему, в этом году вышла. Это Атрапола. Вот такие замечательные маленькие приманки. Сейчас название вам сфокусируем тоже. Приманка, я думаю, будет... Еще пока я и не ловил. То есть это только, вот, только приобрел. Много разных здесь цветов у меня. Вот. Приманка пластиковая. Не деревяшка, не бальса. Цвета отличные. То есть взял как по белому хищнику, по окуню, по полосатому разбойнику. Ну и вот попробую ловить, если, допустим, использовать какой-то вот, назовем это, лайтовый троллинг, да. Юзуревская приманочка тоже интересная, я на ней ловил на Малой реке. Раповская приманка, вот тоже двухсоставник, я думаю, тоже будет превосходно ловить и как при лайтовом троллинге, и при бросковой ловле. Вот такая, кстати, тоже приманка новинка от Рапова. Тут вообще, я думаю, что будет бомбить. Я думаю, что данная приманка будет не хуже ловить, чем, скажем, ну, та же самая вот эта юзуревская приманочка. Данные приманки, конечно, не похожи друг на друга, но мне кажется, что данная приманка будет очень-очень-очень хорошо ловить. Это тоже новинка от Рапова. Юзуревские кренки отлично ловят как трофейного головля в заброс. Также, в принципе, и щуку можно ловить троллингом. Отличные приманки, которые стоит иметь. Это, короче, коробочка, которая хранится у меня... Сейчас я упакую. Это коробочка, которая хранится у меня вот в данной сумке. Данная сумка недавно тоже мной приобретена. Это большая сумка от компании Sportex, полностью защищена от дождя. Имеет вот такие боковые карманы. Куда, в принципе, вот данная коробка входит просто идеально. Она такое ощущение, что создана просто для этой сумки. Вот такие две коробки можно разместить по бокам этой сумки. Так, теперь в данной сумке, коли к ней уже пришел, у меня хранится вот 5 вот таких коробок. 5. То есть это XL от Герман, двухсторонние коробки с вентиляцией. С двух сторон они открываются. Вот так они у меня здесь лежат. Встают идеально. Сверху еще помещается какая-то там антидождь вещь, ну, скажем, там, или штаны какие-то сверху, чтобы одеть там, да, или просто плащ какой-то положить. Вот, в эти коробки влазят как 150-е агрессоры, так и 125-е, троны, это значит 125-е, это 150-е, отлично входят, отлично лежат, ничего там не мешается, троны. В эти коробки помещается отлично, значит, в каждую ячейку по 2 бандоса. То есть по 2 бандоса. То есть если здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 штук со стороны, то есть, да, 32 штуки. Мэнсы помещаются, ну, я не знаю, короче, вот таскиджерки. Вот, это у меня коробки хранятся отдельно, грубо там на базе там, или где-то еще. А сумку я с собой буду вот эту брать. Что самое интересное, ну все, очки, перчатки, я говорю, какие-то вот мелочи. Здесь, грубо там, ну, какие-то там, там полезные вещи, чтобы на глазах там документы там положить, там какие-то мелкие деньги, чтобы, допустим, были там, на всякий случай, рублей 500 там. Ну и какой-то там, может, блокнотик положить. Так, в эту сумку помещается отлично мой элемент 7 от Raymarine. То есть просто бац,
И вообще отлично. То есть на ночь забирать. Я могу теперь все это дело положить, упаковать сверху, да, еще что тут, камеру положить. И все. Так, здесь у меня мелочевки разные лежат. Такой карман очень просторный. Тут и перекись водорода, и клей БФ, если это, значит, мы повредим руку. Там вот зеленка, пластырь, нож, кусачки. Если, допустим, надо будет тройник отрезать, если впился в руки, чтобы отрегулировать, значит, этот, как его, петлю на воблере. Значит, вот такие замечательные ножницы Rapala рекомендую всем. Воблеры ножницы имеют специальную заточку. Отлично, значит, режут, перерезают плетенку. Так, ну, провода тут у меня, значит, застежки. Небольшое количество, значит, нужное количество у меня этих поводков, отвертки на всякий случай. Ну, короче, разные мелочи. Вот. Карман очень здоровый, сюда помещается очень-очень много. Так, одной рукой мне не очень удобно закрывать, но все закрывается, молния отлично работает. Сумка полностью антидождь, То есть не надо ее ничем накрывать. Специальная молния, значит, у данной сумки. Ну, назовем ее, да, антидождь, я правильно просто не помню, как называется. Ну, короче, герметичная молния, антидождь, антивода. Вот, это вот такая сумка, да, вмещает, повторюсь себе, 5 вот таких больших коробок. Плюс по бокам еще можно 2 маленькие с какими-то лайтовыми, значит, этими выбирами. Вот такая коробка, значит... Такой ящик, скажем так, он у меня уже очень давно, это плановский ящик, по-моему, не то 3 семерки, не то 3 пятерки. Ссылку, короче, дам на все, то есть все это дело поищу в интернете, на все это дам ссылку, если вам это понравится, можете приобрести. Этот ящик брал давно, так что магазин, ну, наверное, посмотрю, там, может, в магазине есть, может, в Трофишинге есть, не знаю, посмотрю, дам ссылку, постараюсь дать нормальные магазины, точнее, не постараюсь, а дам нормальный магазин, где ничего не кидают, не бросают. Так. Ящик отличный, вмещается в него очень много уберов. Он двухъярусный, сейчас покажу второй ярус. Но единственное, когда мы, опять же, кладем, как строительные ящики, то есть убера могут цепляться друг за друга, значит, тройниками, тоже это неудобно. Но он удобен, когда нам нужно взять небольшое количество воблеров. Вот я ездил на Всеуг, и там, значит, в ПВХ лодки, лодка была, по-моему, 3,60 или 3,40, по-моему, даже, вот, много вещей не помещается, и поэтому приходилось брать минимальные. То есть, ну, если бы я взял там с собой, сейчас перейду вот к этому ящику, то он-то просто не влез. Если брать строительные коробки, вот эти, которые показывал ранее, то тоже, наверное, как бы, ну, одну мало, две неудобно. Вот. Данный ящик двухъярусный. Значит, вмещает довольно-таки приличное количество воблеров, можно разместить хороший ассортимент. И маленькие приманки неглубокого заглубления положить, вот, положить и сюда и агрессоры, и большие приманки, и, там, не знаю, и кренки сюда помещаются, разные приманки. То есть ящик очень хороший. Так, дальше, быстренько, чтобы мне вам показать, коротенько. Вот такой ящик я недавно приобрел. Это ящик, значит, специально сделан под трилинговые воблера. Ребята делают это, можно сказать, в каком-то частном исполнении. Вот. Сам ящик – это ящик от Irvi Box. Значит, не помню, какая серия, но, значит, это Irvi Box ящики экспедиционные, которые очень прочные, выдерживают, ну, колоссальные нагрузки. На них можно танцевать, приплясать, им ничего не будет. Они усилены, то есть у них здесь, значит, ребра жесткости идут. Вот. Но это ребята уже приклеили сверху специально, чтобы приманки не, здесь не бултыхались. Итак, ящик очень удобный, но, то есть реально очень удобный, вмещает в себя... Еще порядка 120, по-моему, приманок. Так, давайте посчитаем сейчас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Да, 12 слайдеров по 10 приманок. То есть 120 приманок вмещает. Ну, плюс еще можно как-то вот так вот разместить. Все это дело еще дополнительно. Вон, слайдеры легко перекручиваются. Это я сейчас уже вынял для обзора. Сейчас мы с вами обзор быстренько сделаем. Вот. Здесь еще можно положить дополнительно какие-то вот такие упакованные у меня, значит, ну, запасные приманки лежат.
Вот. Единственный минус данного ящика, что он вмещает в себя только прогонистые приманки. Прогонистые. Что-то прогонистое. Вот. Если взять что-то пузатое, то только вот сюда можно разместить. Если мы их разместим вот сюда, то, к сожалению, не будут слайдеры нормально закрываться. Можно разместить какие-то небольшие кренки. Мегабасовские у меня, юзуровские висят, да, это, ну, типа дипшейкер, дипфичер от Герман. Вот такие. Ну вот что, наверное, в основном что-то такое не очень кубатое, прогонистое, скажем так, да. Вот. Если какие-то толстяков, то их надо вешать сюда. Вот, допустим, бомбер Фэтфришата, только вот здесь можно разместить их. Это вот большой недостаток данного ящика. Но, в принципе, собрать какой-то комплект и, грубо, выехать на воду, отлично. Или как, допустим, хранить какие-то дополнительные бубера. В данном ящике, я говорю, в основном хранятся у меня хаскирджерки, бандиты, там, троны. Ну, вот, повторюсь, что-то такое. Юзури кристалл 130-е там, и 90-ки. Вот. То есть там бомберы там небольшие, да, 80-е. Короче, вот прогонистые лонгбилы. Поэтому, значит, данный ящик я постоянно вожу, и кто-то уже видел его тоже, он уже на рыбалках у меня был. Если эта сумка, это как бы вот только она будет показана первый раз, только сейчас я ее показываю первый раз в видео, и она будет только показана в следующем сезоне на воде, посмотрим. Но я думаю, что сумкой буду доволен, потому что есть у меня сумка поменьше. Так, вот, есть сумка у меня поменьше, я ее использую под, значит, тоже под воблеры, под блесна. Это у меня такой наборчик, значит, тоже вот здесь такие плоские коробки. Вот. Кому, значит, это интересно, это, по-моему, токаровские коробки, брал у Токара, вот, тоже вполне нормальные, надежные. Значит, это у меня, короче, здесь лежат, ну, вот что-то, да, твич, опять же, что-то бросковая тема какая-то, вот, какие-то, ну, короче, это бросковая тема, но что-то можно использовать и при троллинге. Паперочки здесь лежат, больше щучий, окуневый, судачий вариант. Здесь вот сплошные вертушки и, значит, эти, как они, рыбалки, вот, здесь тоже всякие мелочи. Данную сумку использую, то есть пользуюсь ей уже, наверное, сколько получается, если не соврать, наверное, 3 года точно. 3 года точно. И данной сумкой я очень доволен. Она не ушаталась, не порвалась, не убилась нигде. И прошла не один дождь. Астраханское солнце прошло, ничего не выцвело, все прямо вот осталось, как и было. Может быть, немножко просто грязненькое. Сумка очень прочная, антимодальная сумка. Вот. Она, как бы, материала даже не знаю, что это, типа, это даже не ПВХ, что-то ПВХ какое-то, может быть, не знаю. Оно еще внутри какое-то вот уплотнение имеет. Кстати, вот эту сумку еще можно использовать как термосумку. Она имеет небольшое уплотнение. Не идеальная термосумка будет, но вполне, грубо, что-то если отвести. Но это меня не интересует. Меня интересует она именно вот в таком исполнении. Ни больше, ни меньше. Ну что, давайте, наверное, приступим к обзору. А то, наверное, даже не знаю, сколько времени-то уже потрачено на данный обзор сумок. Получился какой-то обзор сумок. Итак, друзья мои, годовой отчет по приманкам 2021 года. Приманок не так много я покажу, потому что, как бы, не буду я распыляться и что-то там, какие-то фантазии реализовывать. Покажу именно те приманки, которые реально офигенно отработали в этом году. И покажу буквально там, не знаю, несколько приманок, которые я приобрел на следующий год. Итак, друзья мои, наверное, фаворитом этого года по-любому все равно остаются бандосообразные приманки. Это как оригинал бандит, и, соответственно, вот я ловлю на германовские приманки. У оригинала есть небольшая проблема, которая выявилась в очередной раз в этом году. Я начал экспериментировать с новыми цветами, мне понравились цвета, ребята некоторые мне подсказали, с определенным цветом тоже взял. И, значит, оказались некоторые приманки определенного цвета, возможно, скорее всего, определенной партии, с небольшим браком. Брак заключается в том, что у них расщепляется жопа.
Видео я уже это показывал. Если, допустим, сейчас получится передать, то покажу грубо на камеру. То есть есть трещина, которая изначально она уже была. То есть это я ее увидел, начал ее проверять. Вот видите, она увеличивается. Оп. Вот данный брак, он, к сожалению, опять у оригинала присутствует. То есть как бы он был и ранее давно, но потом как-то о нем я лично забыл. И я меньше стал ловить на оригинал. По той причине, что, в принципе, как-то мне старые цвета уже, наверное, доели. Ничего нового уже не было. И я немножко подзабыл. Потом уже появились новые цвета, стали выходить интересные расцветки. И меня опять это увлекло, я стал опять ловить. А, еще была проблема, конечно, да, залипание шаров. Сейчас, на самом деле, с этой проблемой они вроде бы справились. Шары вроде бы как не залипают. Если залипают, то это, скорее всего, какая-то старая партия вам попалась. Шары перестали залипать. Это нового образца бандос. И он не залипает, но у него расщепляется жопа. Опять повторюсь, не у всех. Все, эту тему забыли, а то скажут, короче, я опять занимаюсь какой-то антирекламой. Итак, друзья мои, офигенный цвет от оригинального бандита, который ловил в 2021 году. Это вот такой цвет. Просто вообще весь покоцанный, весь побитый жизнью. Вот. Вот этот цвет, это просто, ну, делал рыбалку. Дальше. Проблемный воблер, который, значит, с расщеплением зада, ловит офигенно, возможно, благодаря вот этому сочетанию цветов. Но у данного воблера есть проблема. То есть тоже жопа расщепляется у него. Я залил вот как смог, скажем так, по-колхозному, заколхозил, короче, эпоксидкой. Вот, эпоксидкой залил. И, в принципе, ну, не знаю, пока сама не ловил, но судачков вроде бы выдерживал. Так, следующие два цвета, это вот такие. То есть, они, как и в оригинале есть, или, допустим, в данном случае, нижний это Герман, верхний это оригинальный бандит. Эти два воблера тоже сделали безумную вообще рыбалку. Особенно вот этот цвет в рыжем исполнении. Вообще, в этом году рыжие цвета неплохо отработали. Вот этот рыжий цвет просто бомбил. Я его старался сильно не афишировать, потому что как бы хотелось сезон отловить по-спокойному, но все равно, кто внимательно наблюдал за моими видео, те данный воблер приобрели и ловили наверняка очень-очень хорошо. Кстати, напишите, кто подсмотрел в видосах или в Инстаграм, даже скорее всего, потому что быстрее в Инсте люди наблюдают. И, значит, данный воблер, короче, меня очень сильно впечатлил. И не только меня, и отца, и моих друзей, кто, грубо там вот, скажем, пронюхал данный цвет. Цвет вообще бомбический. Вот этот синенький с одинаковыми тоже пятнами, у них пятна одинаковые, тоже офигенно ловил. У меня, допустим, в германовском исполнении есть такой же оригинал. Вот, но у меня вот германовский. Был поймано, по-моему, несколько сомов на него. Судаки хорошо ловились. Возможно, весь секрет вот в этих вот пятнах. Мне так кажется. Так, дальше. Офигенный бандос. Это вот такой. То есть, это что-то, какая-то шпротина, скажем так, бронза. Вот, тоже обалденно работал. Работал хорошо он, скажем, по утрянке. Вот, по утрянке данный цвет просто, ну, выручал, скажем так. Это, кстати, германовский цвет. Синие глазки, вот, да. Не помню, не буду я вам называть цвета. Если как бы при монтаже смогу как бы это все дело вклеить, то есть время найду, то значит сверху буду указывать. Так, вот такой цвет. Назовем это шпротина. Дальше. Прям вот, вот просто восторг от данного воблера. Это, ну, скажем, новый цвет, по крайней мере, может, обновленный цвет, не знаю. То есть вот такой, как бы, назовем это тампокс, да, как я иногда его обзываю. Но я его назвал новогодний тампокс. Почему новогодний тампокс? Многие ржут от этого названия. Новогодний тампокс, потому что, как бы, да, это не просто красноголовик, это не просто редхед, а это, короче, вот с такими блесками. Какими-то вот, да, как новогодними. Поэтому как бы вот новогодний тампокс. Вот этот новогодний тампокс, он реально просто,
Вот я его приобрел, когда уже ближе, по-моему, лета у меня не было, приобрел к осенней поездке, по-моему. И вот в осенней поездке он, конечно, довольно-таки неплохо себя показал. То есть, ну, тоже в видео это все есть момент. Так, что еще? Сейчас давайте с бандосами я закончу, да? Не так их много. Вот такой цвет, тоже рекомендую, это оригинал, но скажу сразу, опять у него жопа расщепляется, если видно, то я его опять вот тут как-то колхозил, кустарил, опять бокситкой заливал. Вот, цвет, не знаю, какой тут он интересный такой, да? Цвет тоже неплохо ловил. Это оригинал. Так, рыжий цвет от Герман, вот такого плана, когда работают рыжики, вот этот рыжий-желтый отлично работает. Он, кстати, уже не первый год иногда вручает. Так, давайте сейчас еще раз по Герману пробежимся, потом к оригиналу еще вернусь пару уберов. Так, ну, белый ходок, это белый ходок. Уголек что-то в этом году, по-моему, не очень прям впечатлил, наверное. А вот белый ходок, как ловил, так продолжал ловить. То есть белый ходок прям реально тоже отличился. Так, вот такой, значит, битое стекло, весь коцанный, тоже от Герман. Битые стекла вообще как продолжали нас радовать, так и радуют. То есть вот, вот такого исполнения воблерок тоже отлично ловил. Причем сейчас я покажу еще в таком исполнении, наверное, а не в таком исполнении, не подготовил, немножко другой. И в троне, и в агрессоре тоже такого цвета тоже воблер хорошо ловил. Зеленый. Зеленый, 217 цвет, тут забыть его никак невозможно. Это с него, в принципе, наверное, с 205-го все начиналось у меня знакомство с Германом, с цветом, с агрессором. А 217-й, ну, это мой любимый. То есть, вот такой маттайгер, который провоцирует, видно, судака. То есть, ну, один из моих любимых. Как ловил, так и ловит. Данные приманки, которые я показываю, на самом деле можно прям вот смело покупать и грубо складировать себе. То есть, ну, наверное, это фавориты не в одной рыбалке. Это, я повторюсь, годовой отчет, и на самом деле это даже не в этом году. Это, наверное, вот они в каждом из сезона в сезон они приносят рыбу. Были, конечно, и другие приманки, которые ловили хорошо, тот же самый уголек, там, не знаю, там форелька-то голубая, вот, и много-много чего, но в этот раз я их не покажу, потому что, буду честным, потому что, ну, я их особо сильно не купал, наверное, потому что, как бы, поставишь, не ловят, ставишь другое, то есть, именно цвета вот эти почему-то в этом году я им, может быть, возможно, меньше уделял времени, или просто они по какой-то причине, ну, хуже ловили, не знаю. Я показываю то, что как бы делюсь тем, что именно честно в этом году. Итак, значит, оригинальный бандос вот такого цвета. Это у моего друга Дениса Миллионова, значит, вот он осенью его использовал. Он меня просто вообще поразил. То есть данный воблер, это я уже потом себе поехал купил. У меня даже такого в коллекции, оказывается, не оказалось. Вот я себе таких пару штук купил. Значит, это оригинал вот такого цвета. Просто выкашивал, там, я не знаю, в определенные дни, там, опять же, не каждый день, но в определенные дни он просто косил. Не знаю, с чем это связано, воблер просто достойно отловился. Именно осенью, по крайней мере, точно. В поисках чего-то похожего не мог понять, значит, я ставил, соответственно, да, ну, они вроде бы как бы вот такого рыжего ставил, то есть, но все равно вот это ловил лучше. Я нашел у себя вот такого. То есть это что-то из одной серии, ну, по сути, да, рыжая пузо, значит, темная спина, причем она не темная, какая-то вот какая-то коричневая, у одного, кстати, у этого чернее. Вот, но есть точка. То есть можно было, конечно, ее маркером нарисовать, но вот в поисках, грубо говоря, найти какую-то альтернативу данному воблеру, почему-то я наткнулся вот на этот. Ну, наверное, потому что когда-то лет, наверное, может быть, 8, там, не помню, как там, 10 назад... Данный цвет хорошо меня выручал. И где-то он есть, он прям вообще у меня лежит в каких-то коробках, прям реально весь драный. Этот воблер новый.
То есть тот, на который даже ловил осенью, я почему-то опять его не мог найти. Вот у меня очень много коробок, то, что я показал, это, наверное, какие-то там 10%, может быть, и 5% того, что, где у меня лежит. Не знаю, куда я его дел, к сожалению, но в видосах тоже вроде бы как, да не вроде бы, а он должен фигурировать, он там точно есть. Это в октябрьской поездке, конец октября, начало ноября, когда мы ездили на Углянскую, на базу Углянская. Вот, данный воблер тоже сделал мне в определенные дни рыбалки. Так, друзья мои, а теперь, наверное, вернусь к летним поездкам. Я ездил с Андреем Перовым, и у него любимчиком был вот этот. Это как бы, да, 32-й цвет, но с такими чешуйками, еле заметными. Вот у него он, это опять же мой, но он тоже драненький, весь такой покоцанный, но все равно не так. А у него краска, с одной стороны, по-моему, вообще просто, ну, ликвидировалась. С одной стороны, краска ликвидировалась, а он почему-то ловит. Я, знаете, иногда даже что думаю, что возможно, вот, ну даже возьмем, допустим, какой-то легендарный вот бандит 31-го цвета, да? Вот их будет 5 штук. Вот за их 5 штук, может быть, 2 будут ловить просто вообще сногсшибательно, а 3 будут ловить хуже. Я не знаю, с чем это связано. Вот. Но это так. То есть вот, ну, так это. Вот, допустим, будем брать мы какой-то вот, допустим, мне говорят, ну отдай вот коцанный, вот у меня 31 цвет, он просто весь вообще и шарканный там, да, там полностью исшарканный, то есть воблер, который прошел огонь и воду. Вот мне говорят, отдай его, но он же уже старенький. Нет, друзья мои, вот старенький я не отдам, я отдам вам лучше новенький, если хочу подарить, а старенький я не отдам, поэтому вот... Он пусть будет весь коцанный, но он будет ловить. Ставишь новый какой-то другой, такой же точнее, но он почему-то ловит хуже или порой вообще не ловит. Я не знаю, с чем это связано, но такое я замечал. Кстати, напишите в комментариях, такое замечали вы или нет. Итак, дальше поехали. Дальше, конечно, наверное, после бандосов это были все-таки, это были троны, которыми, это реплика на фридайвер. Это троны от компании «Герман». И вот у меня здесь сколько? 6 цветов, которые я отложил, с которыми хочу с вами поделиться. А, нет, точнее, это 5 цветов. А один все-таки это провокатор от компании «Цуёки». Вот, данный цвет, «Цуёковский цвет», это тоже реплика под фридайвер, называется провокатор от «Цуёки». Блин, ну просто, вот косит и все, вот ловит судака и все. Темная спинка, точка, рыжая пузо и тоже какие-то вот такие чешуйки какие-то присутствуют, какие-то такие переливы. Но у данного производителя есть проблема. По крайней мере, что я знаю. Два воблера – это солоист или солист и вот этот провокатор – имеют склонность к вылету. И почти, наверное, каждый первый, ну каждый второй, ну каждый первый, наверное, 100%. По крайней мере, все, что у меня было у моих знакомых, они все вылетают. Провокаторы все. Солисты все. Но они регулируются и начинают ловить. То есть воблера уловистые, но с проблемкой. Так, его показал, короче, цвет огонь. Просто рекомендую вот этот цвет взять. Там есть у меня другие цвета, тоже от Цуёки, тоже, значит, провокаторы. Но они ловят в разы хуже. То есть вот этот цвет просто бомба. Так, теперь, короче, к моим любимым Германам. Наверное, самый лучший, все-таки как бы самый лучший, это был, короче, Тампакс. Вот Тампакс, короче, Red Hat, пусть это будет повежливее, Red Hat, наверное, да, правильнее вообще, красноголовик, скажем так. Вот, вот этот цвет ловил, наверное, лучше всего. Ну, наверное, может, я больше купал. Потом, значит, было время, летом, когда ловили вот эти два воблера, просто вообще, ну, я бы сказал, отменно. Значит, по-моему, 224-й или 225-й, по-моему, 224-й. Вот. Постараюсь писать, значит, циферки. Так, артикулы. Вот этот ловил. Потом бац, переключается, этот не ловит, включается простой хром. Это, опять же, парадоксально. Вот реально, в одной лодке, короче. Вчера ловил этот. Сегодня ловят этот. С чем связано? Непонятно. Вроде бы, по сути, ну разница-то какая? Ну это же не зеленый, это же не рыжий цвет. Но это так. То ловит просто хром,
то ловит, значит, вот больше вот, вот такое, да, вот, может быть, в пузе дело, я не знаю, вот, да, вот, спина, пузо, пузо, скорее всего, да, вот, тут маленькая точка, тут большая, большое пятнище. Но, по сути, это же не зеленый, я не знаю, там, не рыжий, но вот, вот так, то есть, вот эти вот две приманки, они реально тоже отличились и офигенно ловили. Зеленый трон. Тоже. Вот поставишь, ловит просто превосходно. Порой ставишь, ну, по какой-то причине не ловит. Ставишь, допустим, там или хром, или натуралку, или вот, допустим, белый ходок, и начинаешь ловить. Но что зеленый, что белый ходок, что вот эти два лувера, которые показывал до этого, иметь в коллекции нужно. Они делают рыбалки. То есть выстреливают, дай боже. Так, что еще? Так, эти я показывал уже. Пропустил еще одного бандосика. Точнее, даже парочку бандосиков. Сейчас я вам покажу, значит, вот вернусь. Вот такой цвет. С переливами, с желтым пузиком. Вот. Этот облерочек тоже отменно ловит всегда. Тоже рекомендую. Так, друзья мои, вот еще один воблерок, который я тоже пропустил от компании «Бандит Оригинал». Это генератор. Это генератор вот с такими светляками. То есть внутри у него, значит, светляки. Значит, мне сейчас отсюда достать его будет. А ну вот так вот достал все-таки. Почему достал? Потому что это не оригинальный, значит, светляк. Кстати, к этому воблеру подходят светлячки, по-моему, 4,5 диаметром. Или 3,5, точно не помню. По-моему, 4,5 диаметром. Кстати, у Германа тоже вот я их приобрел. Это светлячки для ночной ловли, для поплавков в основном используются. Вот, отлично сюда заходят. Ну, немного как бы вот торчат. Но я думаю, что будут создавать какие-то дополнительные шумовые эффекты. Но, значит, с этими светляками я еще не пробовал. А с оригинальными светляками, короче, я ловил две ночи и поймать ничего не смог. То есть, вот это, вернемся, взял данный воблер из-за цвета, цвет мне очень понравился, и, в принципе, еще раз для себя убедиться, что светонакопительные какие-то световые воблера, они не делают нам рыбалки. То есть, они могут, наверное, что-то как-то спровоцировать, но если грубо в целом не ловится в этом месте, то и они нам не помогут. Я даже заметил даже такое, что сильный большой свет, скажем, если сильно светонакопительный воблер, ну, значит, зарядить, скажем так, и его, значит, использовать ночью, даже хуже. То есть рыба шугается его больше. Вообще, на самом деле, судак – это ночной хищник, который видит и без этих всяких светлячков, и без ничего, и особенно боковой линии, как бы, скажем, слышит это, да, вот, плюс зрение у него, по крайней мере, ночное, да, хищника, ну, хищник ночной, зрение у него, я думаю, тоже предусмотрено к ночной охоте. Так вот, в эти всякие светяшки я сильно не верю. И вот в этот же раз, как бы, это вот я убедился. Скорее всего, эти светяшки будут ловить где-нибудь на море, там, не знаю, где-нибудь, вот где рыбы такого плана есть, какие-то вот, не знаю, светящиеся там, ну, что-то типа того. Не говорю о том, что это данные приманки вообще не ловят. Данные приманки иногда по какой-то причине выстреливают. Но если вот в целом вот грубо не ловится, даже вот там, не знаю, на простой какой-то воблер, там, скажем, там, на 32-й цвет, на 31-й ночью, или на рыжий цвет, допустим, вот красноголовики ставишь, редхеды, вот белый с красным, ну вот ночью замечательно ловлю рыбу. Вот. Если они не ловят, то и это ловить не будет. А порой, допустим, этот не ловит, а редхед ловит. Вот. То есть, вот прям уникальным назвать такие приманки не могу. На самом деле, говорят, они дорого стоят. По-моему, они стоят рублей на 100, по-моему, или на 200 всего дороже. Ну, не знаю, дорого это или недорого. Я себе позволил, взял, попробовал, не впечатлен. Дальше, наверное, я покажу тот воблер, который ну, всегда, наверное, ловит. И который я вот опять удачно смог купить у какого-то старого трейлингиста, который бросил трейлинговую карьеру. И, значит, я приобрел, наверное, с десяток, пополнил себе коллекцию опять мэнсов. Так, этот мэнс, мэнс стрейч, значит, 20+, 20+, с заглублением, важно, с тремя крючками. С двумя крючками, которые, значит,
убрали средний, и его стали делать двухкрючковый, причем как бы не просто убрали, стали делать, а видно поменяли завод, изменили вообще полностью внешний вид воблера, потому что его сделали текстурным и назвали его текстур. Вот, вот этот текстур Мэнс с двумя крючками, он ловит почему-то реально хуже. Вот с тремя крючками старые воблера, которые делались раньше и в Мексике, где-то, по-моему, не помню еще точно где, непосредственно в Соединенных Штатах, и еще где-то делались, вот они ловят. Они вот такие какие-то вот, ну, гладенькие, не без всяких там чешуек, без текстуры. И глазки у них такие вот наклеенные. Такой неказистый американский воблер, который всегда, ну, почти всегда реально выручает. И вот этот красный, такого красного цвета, красно-желтый, вот, в этом году тоже мне офигенно, ну, принес, скажем, много эмоций. У меня и сом сошел, буквально там метров 5 мне не хватило его в апрельской поездке довести, тоже видео это есть. И вообще, грубо говоря, неплохо этот воблер судака ловил. И если его, грубо там перекрасить в белый цвет, кстати, свой белый Мэнс я оторвал, и больше у меня его, к сожалению, нету. Буду перекрашивать, что-то делать другое. Вот, тоже на саме плетенка у товарища подвела. Не знаю, с чем это было связано, но плетенка у него просто до засечки, на рывке плетенка не выдержала. Просто воблер ушел вместе с самым. Мэнсы старого образца, Мэнс Стрэч, рекомендую. Так, теперь, наверное, я, наверное, поставлю Челленджера, тоже как бы вот его обязательно укажу. Одно время был Герман, реплика на Челленджер. Сейчас я что-то не встречаю, нету у Германа реплики. Но всегда можно найти оригинал. Разные цвета, вот мне все равно больше нравится зеленый. Есть у них еще такой, значит, цвет такого молочного цвета, с такой какой-то не красный, с розовой какой-то, ну, красной головой. То есть красноголовик, но он какой-то такой интересный. Он светится, кстати, ночью. То есть это ультрафиолетовый воблер. Вот. Вот эти два цвета, они, в принципе, ловят неплохо. Вот. Ну, там есть и другие, в принципе, цвета, ну, по крайней мере, что у меня есть, вот из них, наверное, я выделил бы вот зеленый, ну, и вот тот, короче, красноголовик. Вот. Данные приманки многими разловлены, и я их рекомендую. Одно время такой синий, бело-синий от Герман, копия на данный воблер, значит, не помню даже, как уже назывался. Вот, сыну моему очень понравился, и он всегда с ним ловил. То есть данная приманка ловит не только в Астраханской области, она ловит и на Оке в Подмосковье, и в Астраханской области она иногда очень сильно выручает. Это Strike Pro Challenger в размере 110. Есть у них, кстати, там 110L, там, по-моему, есть еще какая-то 110, там еще какая-то другая. То есть немножко лопата отличается. Размер сам одинаковый, а лопата там одно побольше, другого поменьше, по-моему, что-то такое. Но, значит, оба воблера отлично ловят. В этом году осенью все-таки вот, всегда возишь, но то коробку грубо заводишь, то еще чего-то, то просто забудешь его достать. Какую-то приманку хочешь поставить, но потом почему-то забываешь о ней. Итак, у меня, допустим, тоже такая приманка была. Это была приманка Бальтазар. Это реплика на Депс Балисонг, на твичевый воблер, и я его решил попробовать. Это Герман реплика, это не Депс, это реплика, и я решил его попробовать при троллинге. Кстати, как ни странно, данный воблер с маленькой лопаткой, но заглубляется до 6 метров. При троллинге идет до 6 метров. Сразу скажу, это не точная копия, это или может быть неправильная копия. Не знаю, что это. Наверное, может специально сделано, может не специально сделано. Но она отличается от оригинала, от Депса. То есть это даже, ну по сути, не суспендер. Может быть он и суспендер, если, допустим, к нему... Хотя нет, не знаю, я же с платком ловил. Это даже воблер не суспендер, это плавающий воблер. Но у него, значит, он занимает положение, по-моему, вот такое постоянно, то есть, как бы, по сути. То есть, у него шар там вот этот присутствует, но он когда перекатывается, он вот постоянно воблер отгружает вот так. То есть, если депс стоит, по-моему, вот в таком положении, и он погружается вот так, то этот
по своей какой-то конструкции, удачной или неудачной, случайной, не случайной, имеет вот такое, по-моему, погружение. По-моему, постоянно. То есть он имеет такое погружение, но, по-моему, постоянно. То есть, как я вот сколько его не ставил, он как-то вот так он стоит, попой кверху. Вот не получается его поставить. Тряси, не тряси, вот он так прямо не стоит. Вот стоит и все вот так, и что хочешь, что и делает. Вот. Так вот, может быть, благодаря этому он и заглубляется на 6 метров, потому что оригинал не заглубляется до 6 метров. И работа у оригинала немного другая. То есть, вот, может быть, шар здесь тяжелее. Я не знаю, в чем здесь проблема, надо просто в этом разобраться. Но данный воблер при троллинге ловит лучше, чем оригинальный Depth. Depth Balisong твичится превосходно. Данным воблером я еще не твичил. Возможно, он под твич, может быть, ну, фигово подойдет. Потому что, да, он, во-первых, не суспендер, во-вторых, как бы вот имеет он такую вот какую-то позицию определенную. Не пробовал еще. На следующем сезоне, надеюсь, попробую. Но вот этот Бальтазар при троллинге идет до 6 метров и ловит судака. Реально ловит судака. Так что рекомендую, друзья мои, я проверил. Он не вылетает, идет отлично, проблем никаких нету. Единственное, не очень большие тройники у него. Но можно заменить, по-моему. Ну, наверное, можно будет поставить на хвост побольше тройник. Они не будут цепляться. Вот. Но я вот на данный воблер, в принципе, поймал несколько хвостов. И я в видео сделал не очень удачную нарезку. То есть, как бы обрезал не очень удачно. Ребята там, я там говорю фразу, разловил новый воблер от Герман. По-моему, называю Бальтазар. Или не помню, называю, не суть. Но я его особо не показал. Вот этот цвет как раз вот мне приносил там рыбу. То есть, вот этот цвет. То есть, я в видео попытался сделать короче, потому что оно и так получилось часовое. И поэтому я где-то что-то вырезал. Вот. Ну, вот так вот неудачно я склеил грубое видео. И данный воблер там не показал. Извиняюсь. Вот. Вот данная приманка, которая осенью 2021 года вот была мной, ну, скажем, это не новинка уже. Но для меня, как бы, вот он новый, я его разловил. А это, это уже не новинка. То есть, он у меня со мной катается уже довольно-таки приличное, сколько, не знаю, года два, наверное. Дальше, друзья мои, это Юзури. Юзури Кристал Миноу 130. Вот три цвета, которые я выделю. Это, ну, без них, наверное, ну, все равно на рыбалку мы не едем. То есть, данные приманки у многих рыбаков ловят отлично. И Юзури Кристаллы 90-е в диповом исполнении. Вот. Данные приманки тоже отлично ловят, когда мы ищем судака или щуку, даже жереха, на небольших глубинах, скажем, 3, 4, там, 5, ну, скажем, до 6 метров. То есть, данную приманку можно заглубить до 6 метров, вот, особенно по течению. А так, вообще, грубо там, даже можно и ловить на 2,5, на 3 метрах, на коротком отпуске, вполне нормально. И данная приманка превосходно ловит хищника. В данное видео я не включил, не вставил, то есть вот в этом году у меня не было, ну, там были поимки, но я не стал делать акцент на эту приманку. В следующем году я сделаю акцент побольше, я уделю время и покажу. Вообще хочу сделать какой-то такой видос по маленьким глубинам. Мне все говорят, вот Илья ходит по большим глубинам туда-сюда. Да, я люблю ходить по большим глубинам, потому что если я вылезу на мелководье, я буду ловить много, но буду ловить, ну, не всегда крупную рыбу. Но я нашел определенное место, где я думаю, что и трофей, и самы, можно самов и трофейного судака можно будет поймать. Кто уже, наверное, наблюдал за моими видосами, я в этом году, летом, такое место уже показывал в видео. Сильно акцент на нем не делал, но оно как бы светанулось. Итак, друзья мои, вот цвет. Это как бы тот же самый, получается, ну, назовем это новогодний тампокс, новогодний редхед. Вот, с такими вот он блесками и вот с такой вишневой головой. Этот цвет отлично ловит судака. По крайней мере, судака у меня в Астраханской области. Фиолетовый цвет – это просто легенда. У меня есть отдельный фильм о данном цвете. Это просто он сногсшибательно. Он всегда ловит. Вот такой цвет. Желтый, опять же, с блесками, вот с этими новогодними, скажем так, битыми стеклами. Рыжие пузо, желтые, рыжие, вот эти блески какие-то такие присутствуют, да? Вот этот цвет тоже, три цвета, которые мне очень нравятся у Юзури.
кристаллов. Судаку нравится присутствие белого с небольшим добавлением чего-то рыжего. Порой там бывает рыжее, желтое, черное, допустим, и на черном фоне, допустим, присутствие каких-то желтых пятен, красных пятен, рыжих пятен, белый цвет. Вот такие цвета, это фиолетовые цвета, это цвета, которые ну, голубоватые какие-то такие вот, хром натуралки, да, в свое время даже мы на железо, когда воблеров не было, заброс мы ловили на железо, на железяки, используя простые такие вот стального цвета железки. Наверное, напоследок еще покажу, значит, пару приманок, которые тоже были разловлены, но в небольшом количестве. То есть это новые приманки, с которыми я познакомился. Это приманка от компании Olte Cheater, вот в таком исполнении. Вот этот цвет. И вот этот цвет. Данные приманки тоже приносили мне судака, приносили мне щуку. Тоже неплохо ловили. Еще, значит, раповский покажу обязательно. Это Husky Jerk, но 130-й в большом исполнении. Вот такие вот два цвета я взял и тоже их заловил. То есть не в большом количестве. Много сильно не упирался в них. Но в следующем сезоне, потому что я взял их поздно, под осень, и как бы сильно прям вот в них не упирался. Вот. Данные приманки, это вообще изначально, как бы, да, очень многие знают, маленький размер. Сейчас у меня под рукой, где у меня, под рукой у меня сейчас Husky Jerk нету, что ли? Странно. Под рукой Husky Jerk, ну, а, вот есть реплика. Кстати, на Husky Jerk сделали реплику, значит, Герман. Не знаю, насколько удачно, пока еще тоже не разловил. Но, значит, вот есть Husky Jerk в 120-м исполнении и есть в 130-м исполнении. Вот этот Husky Jerk в 130-м исполнении, ну, я бы сказал, что лучше, наверное, ловит, чем его младший брат. То есть вот этот 130-й Husky Jerk я рекомендую. По троллингу данные приманки меня порадовали. Так, танцоров. Танцоров, наверное, надо показать, да? Танцоров я не буду тоже много сильно афишировать. Сам на них крайне редко ловлю, поэтому не буду тут сильно ничего завирать и преувеличивать. Но танцоров я постоянно вожу с собой. Как мелких, средних и разноплановых. Они у меня постоянно есть. Иногда их ставлю. Ну, не сильный фанат я их, кстати. Но, наверное, все-таки видос надо будет сделать, потому что, в принципе, это реальная троллинговая приманка, которая должна быть, ну, наверное, у каждого троллингиста. То есть она в свое время и кому-то сейчас до сих пор приносит хорошие результаты. Но вот это в руках, друзья мои, это бомбическое оружие, которое не так давно сделала Раппола. Это 130-й танцор, который заглубляется, там, не знаю, на 12 метров это точно, а то, допустим, на 13 заявляют, у него, по-моему, что-то, короче, 40 футов пишут. Но на его рабочую глубину, на его паспортную, точнее, глубину, я, по-моему, этот воблер так и не загнал. Но данный воблер, значит, опять же, взял его только под осень. Это далеко не самое время, и, ну, как бы, не совсем прям глубинная ловля судака. Я думаю, что летом или, допустим, опять же, весной, когда самы проснутся, когда вода потеплеет, данный воблер, ну, сделает мне рыбалку. Я думаю, что я сделаю видос интересный благодаря данному воблеру. То есть я взял три цвета. Вот такой окунь. Вот тоже с интересной такой, с краснотой, думаю, что по самому должен зайти. И перекрасил один цвет, ну, я его перекрасил. Вот, сделал белым. Вот в таком исполнении попробую, дай бог будет ловить. А так, вот я говорю, вот опять же у меня лежит танцор, вот Red Hat. Вот, ну, тут коробка опять, вот синий Red Hat лежит. Вообще по Раполе, вот он опять танцор. То есть вот этот цвет вообще бомбический.
Вот. То есть я одно время на них ловил, потом перестал ловить. Вот сейчас, наверное, надо будет, ну, скажем так, освежить. Освежить. О них воспоминания. Двухсоставная моделька, кстати, у Раппола вот такая интересная. Вот. Она как и щучья, так и удача. Кто-то говорит, что и сама на нее ловит. Надо немного видео освежить и сделать видосы, уделить больше внимания не бандитам, а, скажем, данным приманкам. Вот, приманка уникальная. Седловидной лопатой. Это 90 размера. Это тот же танцор, но с седловидной лопатой 90 размера. Но вот с седловидной лопатой всегда есть склонность воблера к вылету. Вот у данного воблера склонности к вылету нету вообще. То есть он отлично, данная приманка отлично идет по своей заявленной глубине. Там, по-моему, что-то в районе 5-6 метров, что-то, по-моему, если мне память не изменяет. И вообще просто идет прямо, не склонна к вылету. Отличная приманка с отличными цветами. Это, повторюсь, Раппола. Так что в следующем сезоне, наверное, вот рапполовским, юзуревским приманкам уделю больше времени. Еще, значит, взял тоже на пробу юзури вот такие кренки. Не использовал я их, никогда не ставил, но взял. Значит, думаю, что попробую тоже на них половить. Возможно, что-то и получится. Интересные модели, интересные цвета, по-моему, два или три вида заглубления. У меня, значит, есть, значит, вот трехметровый и, по-моему, четырехметровый. То есть трехметровый, а это, по-моему, четырехметровый или 6+, не помню точно. Но этот вот, точно по паспорту трехметровый, он, в принципе, будет идти и по 4 метрам. Это, я думаю, что 5-6 метров. Этот где-то, судя по лопате, где-то 3-4, там, может быть, даже до 5 метров можно будет заглубить. Вот. Цвета, опять же, вот интересные, да, рыжие пузо. Такой он какой-то вот коричневатый, карамелька такая. Ну и, соответственно, желтый, белый, рыжие пузо. То есть вот такого плана. Воблерочки, которые, в принципе, опять же, судак должен оценить. Вот. Что еще не показывал? А, вот еще седловинной лопатой. Окунек вот такой хотел показать вам тоже. Там полез в рукоробку, там другие показал. Вот эти скатеры, талденсеры, вот, они, я говорю, просто превосходно идут и не вылетают. Шикарно. От юзури еще взял вот, значит, вот такие составнички. Тоже цвет очень интересный. Тут и желтое, и как бы вот что-то такое вот синенькое присутствует, и блески присутствуют. И вот такой вот красный цвет. Красный какой-то карамельный, скажем так. Данные приманки тоже буду пробовать в следующем сезоне. В этом году, опять же, повторюсь, взял их уже только... Вообще, как бы вот эти все новинки, что-то пополнил я свою коллекцию, это уже ближе к осени. Вот. Наверное, нет, еще не наверное. Вот еще покажу две приманки, которые, в принципе, еще пока мной лично не разловлены. Значит, рапповская приманка вот такая интересная. Значит, у меня знакомый есть Сергей. Он разловил данную приманку в таком каком-то рыжем цвете, скажем так. Я не смог найти рыжий цвет, взял что-то такое, ну, тоже там, что судак обычно любит. Вот, да, рыжая пятнышко, желтая, и вот, так, вот такая вот спиночка у него. Вот. Но, к сожалению, я не разловил. У Сергея вот точно такой же воблер, но только в рыжем исполнении, но он прям все лето мне уши прожужжал там, я не знаю, специально, наверное, наговорил, чтобы я вот потратился, приобрел на дорогущую рапповскую приманку себе взял. Но на самом деле шучу, по какой-то причине именно рыжий тот цвет, вот то, что я говорил, допустим, рыжие цвета, они порой выручают, бомбят. Возможно, если бы данная приманка была рыжая, то я, наверное, тоже что-либо поймал. Так, дальше. Вот такой, друзья мои, воблер от компании Genesis. Это в размере сотом,
Весит он 55 грамм. Как его звать, я не помню. Производитель Genesis. Взял по саму. Возможно, по трофейной щуке. Ну, трофейная щука 100% возьмет. Это вряд ли судачий вариант. Ну, я говорю, брал изначально по саму. Самой ведь тема. Вот. Очень надеюсь, что тоже в следующем сезоне данную приманку вы увидите в видео уже в пасти у сама или у какой-нибудь трофейной щуки. Но трофей за трофейной щукой, я думаю, что с такими приманками надо ехать куда-то все-таки в Карелию, куда-то на север, там, не знаю, ну, там, где есть хорошие крокодилы, или там, не знаю, какие-то водохранилища, вот, где щука такими приманками закусывает, скажем так. Астраханская область, это все-таки, ну, это больше, вот если по Астрахани взять, данная приманка, это Самодия. Щуку, конечно, если она встретит, я думаю, что щука тоже соблазнится, но в Астраханской области нормальной щуки нету. То есть, почему-то вот крупной щуки в Астраханской области нету. Не знаю, с чем это связано. Кстати, кто знает, напишите в комментариях. Судаком, да, судака можно найти нормального, а вот щука нет. С самами там все вроде в порядке было пока. Вот, друзья мои, наверное, все. Единственное еще, я покажу вам новинку от Герман. Я потом покажу вам это все дело поподробнее, постараюсь показать в обзоре, поподробнее. Это вот маленький, короче, это бэшат. Это реплику они сделали на бэшат, на бандит, заглубление воблер 3-4 метра. Я еще его не разловил, вот, просто как бы вот ознакомить вас. Это маленький бандос, ну, по сути, говорю, бэшат. Оригинал называется этот бэшат. Ну, и в германских цветах. То есть, все внутри то же самое. То есть, вот эта система... Простейшая система дальнего заброса, она не магнитная, она просто простой шар. То есть данную приманку я еще буду пробовать использовать в заброс. То есть, ну и как оригинальная, у меня есть там оригинальная, я раньше, по-моему, показывал бы шариков своих. А это, короче, вот сделал теперь Герман. Вот. Ну, я себе взял на пробу там несколько вариантов. Все, друзья мои, всем рыбацкой и жизненной удачи. Ловите больше. Отпускайте чаще. Это был годовой отчет по троллинговым приманкам в один спиннинг от дивера. Друзья, ну как и обещал, я постараюсь за зиму сделать еще такой обзорчик по приманкам, скажем, ну по лайтовым. То есть по троллингу в один спиннинг, это когда мы используем приманочки с заглублением там 2-3 метра. Многие спрашивают, говорят, Илья, сделай обзор по приманкам, скажем, 2-3-метровым. То есть у них глубины на речках, у ребят там максимум 3 метра, а так 1,5-2 метра. Я, как правило, на 2-метровой глубине ловлю в заброс. То есть на самом деле у меня есть... Ну, я как бы эту тему затрону. И покажу, что можно будет использовать при троллинге, какие можно приманки. То есть какие, ну, я говорю, я не сильный фанат. Я вот на самом деле на озере Всеволог первый раз, но там была опять же глубина 3-3,5 метра. Были перевалы на 2,5, пупочки такие назовем. Но мы ловили в заводе, где заводь была 3-метровая. Ну, но, в принципе, есть приманки, которые можно использовать. Есть мне что рассказать, обязательно сделаю обзор чуть позже. И... Наверное, более подробно, возможно, о каждой сумке, о каждом ящике, наверное, я расскажу. Посмотрю, если будете писать в комментариях, то я постараюсь что-то сделать, какие-то короткие видео, отдельные, чтобы они были такие напоминалки, скажем так, и там, не знаю, вот, какая-то такая информация в интернете. Вот. Так вот, вроде бы в начале фильма попытался вам показать те именно, ну, скажем, сумки, ящики, коробки, которые использую в последнее время я. Ну, а теперь, наверное, точно все. Всем пока. С Новым годом. С наступающим Новым годом.